Чебоксарах вдвое упали объемы строительства жилья. В этом году вместо запланированных 420 тысяч квадратных метров прогнозируют ввод в эксплуатацию всего 290 тысяч. Причина вполне объяснима. Из-за пандемии временно были закрыты стройки, у жителей тоже упали доходы. Кто-то не работал несколько месяцев, кто-то и вовсе потерял работу. Администрация столицы зафиксировала серьезное падение спроса на жилье. В таких условиях надо активнее использовать возможности, предоставляемые правительством России. Некоторые застройщики, например, Ясные Поляны, Серебряных Ключей и Кувшинки, ими не пользуются и вовсе. Между тем, участие только в федеральной программе стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов поможет изыскать дополнительные финансы. Средства на благоустройство новых микрорайонов. Здесь же не нужен проект, не нужна экспертиза, нужна только заявка. Заявка на строительство дорог, инженерных коммуникаций, социальных объектов. Тут в ручном режиме прям сегодня нужно это сделать. Безусловно. Сейчас работы возобновились в полном объеме. Лидеры по вводу жилья в первом полугодии – строительные компании «Инкост», «ТУЗ» и «Стройтрест номер 3». Вместе с новыми домами в микрорайонах «Новый город», «Университет» и «Олимп» появятся благоустроенные дороги. Напомним, в прошлом году в столице республики построили рекордное количество жилья – 436 тысяч.